Этим летом студенты кафедры автоматики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ будут проходить практику в Заречном. Договоренность об этом была достигнута с руководством кафедры. В наш город приехали представители университета, чтобы обсудить детали предстоящей практики. Мы проговорили вопросы составления рабочих программ, проговорили о месте, местах проведения этой практики, проговорили вопросы социально-бытовые и определились с датами. Мы прошли по музейно-выставочному центру заводскому, посмотрели наш межшкольный учебный комбинат, где будет проходить часть практики. Вот, и проговорили, где на заводе будет тоже организована практика. Подобная производственная практика для студентов МИФИ организуется впервые. Планируется, что в Заречный приедут 50 студентов третьего курса. Они будут постигать азы рабочих профессий в течение 3 недель. Вот такие инновации, они вызваны чем? Тем, что наш институт, он направлен, нацелен на то, чтобы готовить кадры для Росатома. Вот для закрепления этих кадров на предприятиях сейчас выстраивается новая система практик. То есть студенты, они, начиная с 3 курса, будут проходить различные виды практик. Вот в том числе вот эта вот технологическая 3-недельная практика на предприятиях. Приезд студентов МИФИ в Заречный организуется в рамках совместной работы Национального исследовательского ядерного университета, администрации города и градообразующего предприятия. Производственная практика позволит, с одной стороны, привлечь будущих молодых специалистов в Заречный, а с другой – дать студентам возможность трудоустройства. Для того, чтобы ребят закрепить на этих предприятиях, необходима рабочая профессия, потому что в противном случае просто предприятие оно не может зачислить этих студентов ни на какую должность. То есть он приходит как ученик и ничего не получает. И поэтому студенты, они вынуждены, вроде бы и практику проходят, денег не получают. Значит, они где-то подрабатывать начинают в непрофильной сфере. Предполагается, что студенты приедут в Заречный в середине июня. Следующим этапом сотрудничества нашего города и Национального исследовательского ядерного университета должно стать открытие в Заречном филиала кафедры МИФИ. Для обсуждения этой темы в наш город в ближайшее время приедет заведующий кафедрой автоматики университета. Анна Сазонова, Олег Хабибуллин, телерадиокомпания «Заречный».